Но только там быстрее поешь, бегаешь, полный, пам-пара-пам-пам, тут помедленнее поется. Ну и все, как-то все то же самое. А припев в таком же ритме поется. А эти песнопения, вот это вот «Мама» из кинофильма «Волк и семеро козлят». Маму встречайте, все сильные. Ну, сильные, может, пробиваться вселенная, это которая по гимнам. Кто тут есть? Не старый, иди-ка сюда. На, вот так вот. Поснимай, что тебе понравится. Там поснимай. На. Все уже идет. Вот туда руку засунь. Пока ничего не нажимаю, просто везде поснимаю. Потом сюда это наказание детей. Они поссорились. Вот ребенок и вон ребенок. А никто не слышит. Они поссорились и теперь их наказали. Вот и все. Часы встали. Я слушаю только свою бабу. Позвать? Это что такое, а? Это что такое? Давай, так, слезай. Раз, успокойся. Слезай. Поиграй. Вот. Не закучай меня своими вопросами. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеление нашел, через проповедь тени завел он среди, все ждет он тебя, но ты медлишь и течь. Последний призыв звучал для тебя, для тебя, пиши же. Замерли звуком призывы давно, аж сердце Спаситель стучится и ждет. Открой же ему, или скоро уйдет. Последний призыв прозвучал для тебя, для тебя. Пиши же сегодня принять зов Христа, зов Христа. Коль любишь ты жизнь, удаляйся от зла. Союз со Христом заключи навсегда. Иисуса сегодня принять поспеши. Призыву последнему чутко внемли. Последний призыв прозвучал для тебя, для тебя. Пиши же сегодня принять зов Христа, зов Христа. Тебя на собрание Дух Божий привел. Как патриарх говорит, это история наша, и прятать не надо. Это православные никогда не поймут. Говорят, не пей такого, я так и выделил. Еще один режиссер появился, это молодость, сила, красота. Что получается, да? Что еще-то получается, да? Игнатий Игоревич, а про подругу фотографа Волобуева не слышно ничего? Нашелся, нет? Волобуев не нашелся? Не нашелся. Никто не знает где. Уже надежды никакой нет. Уже потерянный, давно не пою, и все, потерял этот мотив. Мотив потерял, да? Среди многих других мотивов потерялся мотив. Давай 99-й опять споем для запоминания. Что, хорошее песнопение? Ему имя чудное, вечное, ему имя чудное, вечное и святой. День великий судный, в день великий судный, будет он судьей.
будет он судьей. Ему имя славный, ему имя славный, образ божества. Царь небесдержавный, царь небесдержавный, ангелов глава, ангелов глава. Ему имя слова, ему имя слова, слово вечный Бог. Без его покрова, без его покрова, мир бы жить не мог, мир бы жить не мог. Ему имя верный, ему имя верный, верный вождь, мудрец, пророк. Он в любви безмерной, он в любви безмерной, нас из тьмы извлек.